Мы сегодня дополнительно принесли документы, подтверждающие нашу позицию. Прокурор принес документ из уголовного дела, однако суд решил, что пока он не проверит, какие документы мы вправе изучить и какие нет, допуска у защиты не будет к этим документам. Ну, по этим основаниям и было перенесено заседание. А по какой причине не будет доступа к этим документам? Суд должен принять решение, какие документы мы имеем право изучать, какие нет. А если я не ошибаюсь, на прошлом судебном заседании суд обязал господина прокурора предъявить доказательства того, что он обращался в Англию по поводу уголовного дела. Да, прокурор, к нашему сожалению, принес просто 3 тома, из которых судья сейчас должен выбирать, какие документы относятся к нашему ходатайству с прошлого заседания, какие нет. То есть это привело к тому, что нужно еще время. Ясно.